Мошенники нашли новый способ обмана казахстанцев. Злоумышленники присылают гражданам сообщения о наличии мнимой налоговой задолженности и выставляют людям счет на оплату. Правда, деньги поступают не в госказну, а в карманы мошенников, говорят в Комитете госдоходов. При нажатии кнопки «Оплатить» денежные средства с банковских счетов списываются даже без подтверждения оплаты. В налоговой говорят, чтобы не попасться на удочку мошенников, лучше перепроверить наличие задолженности. Это можно сделать в приложениях банка второго уровня, на сайте Комитета госдоходов или в мобильном приложении «Есалых Азамат» и только после этого оплачивать налоги. Комитет государственных доходов отправляет уведомление о наличии задолженности. Но для того, чтобы распознать, именно фейковое или это настоящее, мы рекомендуем проверить наличие налоговой задолженности. В этом «Есалых Азамате» у нас тоже есть вкладка «Электронные сервисы», «Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам». Также вы вводите «ИН» и «Найти», и у вас тут же выйдет наличие налоговой задолженности.